В этом году, недавно, осенью была принята концепция общественной безопасности. Она принята на высоком уровне и подписана президентом. Концепция, в которой есть два этапа развития и реализации обеспечения общественной безопасности и охраны общественного порядка. В этом концепции звучит такой тезис, как средство обеспечения общественной безопасности. Это тот тезис, который мы развивали. Мы говорили о том, что в том числе собственник должен быть ответственен за все, что происходит на объекте, как антитеррористическая безопасность, так антикриминальная безопасность и иная безопасность на объекте. Развитие гражданского общества, оно невозможно без участия в этой работе как лидеров общественного мнения, так и представителей общественных организаций, людей, которые обладают организационными возможностями, и в том числе необходимые эксперты, которые работают, проводя конкретные предложения как законодательного характера, так и предложения по изменению в нормативную правовую базу, так и силы и средства, которые могут быть использованы при общественной экспертизе принимаемых или разрабатываемых законопроектов. Хотел бы отметить, что у нас в России гражданское общество и в первую очередь отраслевое гражданское общество, включающее в себя юристов, ветеранов, правозащитников, экспертов негосударственной сферы безопасности, также готово протянуть руку помощи как гражданское общество государству в том, чтобы предложить разработать необходимые документы, в том числе регламентирующие деятельность, в том числе органов исполнительной власти. Та работа, которая активно проводится, и в ней участвуют специалисты и профессионалы.